Здравствуйте, в эфире CBC и CBC FM новости. Меня зовут Рафат Халатов. В начале выпуска некоторые из главных тем к этому часу. В город Шуша выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами. На данном этапе в Шушу отправились 38 семей из 136 человек. Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Украины Дмитром Кулебой. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами в различных сферах, в том числе транспортной, энергетической и гуманитарной областях. В Нью-Йорке начался уголовный процесс против проармянского сенатора Роберта Менендеса, которого обвиняют в получении взяток в обмен на политические услуги, а также в работе иностранным агентом в интересах Египта и Катара. Полицейские задержали около 50 человек в ходе акции протеста в Новой Каледонии. На территории столичной агломерации Нуэ временно закрыто учебное заведение. С 18:00 до 6 утра введен комендантский час. Запрещаются любые собрания. Азербайджан готов использовать опыт Латвии в агропромышленном секторе. Кроме того, эта страна может выступить в качестве проводника азербайджанской сельхозпродукции в другие страны Европейского Союза, включая скандинавские. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ. Также глава государства принял делегацию, возглавляемую действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом. Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в освобожденный город Шуша. На данном этапе в культурную столицу возвращаются 38 семей в составе 136 человек. О том, как реализуется программа «Великого возвращения» в следующем материале. 14 мая из Городакского района города Баку в Шушу выехала группа переселенцев, состоящая из семей, временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях в различных районах республики. Согласно информации, предоставленной Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, сегодня в Шушу переселится 38 семей в составе 136 человек. Из них 10 семей, проживающих в Бординском, Акджибединском, Самокском, Загатальском, Исмаильском и Акдашском районах, отправятся в путь из своих временных населенных пунктов. Мы счастливы, что возвращаемся на свою малую родину. Мы благодарны главнокомандующему нашей армии Ильхаму Алиеву, нашим героям и ветеранам за победу, которую они нам подарили. Два моих брата погибли, защищая Азербайджан. Мой сын же является ветераном войны. И я надеюсь, что отныне все будет становиться только лучше. В результате военной агрессии армянских вооруженных сил с 1988 года были оккупированы 20% азербайджанских земель, территории Карабаха и прилегающих к нему 7 районов. Из близлежащих районов Карабаха более 600 тысяч человек были насильно изгнаны с постоянных мест проживания и временно переселены в 62 городах и районах республики. Мне было 16 лет, когда в 1992 году я был вынужден покинуть родную Шушу. После прибытия в Баку я долгое время не мог прийти в себя. Да, я по-прежнему был в Азербайджане, но мой дом остался в Шуше. Сегодня мне 48 лет, и я благодарен нашим героям за то, что имею возможность вернуться домой. Согласно предстоящему плану, в рамках программы «Великое возвращение» в освобожденный Карабах и прилегающие к нему районы планируется переселение 140 тысяч человек. Реализация первого этапа программы планируется до конца 2026 года. Абухай Джафарова, Турал Минзаде, CBC. Ну а тему продолжим с гостем на прямой связи со студией профессора Азербайджанского университета архитектуры и строительства Эльшан Гурманов. Эльшан, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, сегодня еще одна группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в свои родные дома в городе Шуша. Насколько символично вот это возвращение в город Шуша?
Шуша – это, естественно, что сердце азербайджанского народа, культурная столица, и недаром Шуша была избрана культурной столицей исламского мира. Возвращение наших сограждан в Шушу – это не просто символично, это часть стратегии великого возвращения. И возвращение в Шушу именно наших соотечественников – это показатель того, что Азербайджан планомерно возвращается на карабахские земли, И Азербайджан планомерно осваивает этот регион, который исторически во все времена был азербайджанским. Да, действительно, Эльшам, возвращение азербайджанцев на другие территории идет полным ходом, так же, как и идут семимильными шагами восстановление Карабаха. Вот в целом, что можно сказать о влиянии вот, стратегии великого возвращения на жизнь и развитие Азербайджана? Стратегия великого возвращения – это, конечно же, невероятный показатель того, каким образом Азербайджан воспользовался своим экономическим развитием в предыдущие годы для того, чтобы, решить военным путем, наконец, свои территориальные вопросы, показать, насколько можно и нужно использовать экономический потенциал для решения своих экономических, территориальных, социальных вопросов. И эта стратегия, она действительно имеет неимоверное значение для развития самого Азербайджана. То есть тут можно отметить несколько показателей этой стратегии. Это политические результаты, это культурные результаты, это социальные результаты, экономические, технологические, наконец. И в конечном итоге образовательные результаты этой стратегии. Да, понятно, что великое возвращение азербайджанцев на свои родные земли – это как бы показатель того, что Азербайджан не просто возвращается, а возвращается уже на века. Мы были свидетелями, что на протяжении 30 лет после того, как завоеватели, захватчики находились на наших землях, там не было построено ни одного строения, не было освоено ни одна из деревень, ни один из поселков. Однако в течение буквально короткого времени после 44-дневной войны весь мир оказался свидетелем, насколько эффективно, насколько быстро, насколько с современной точки зрения правильно можно осваивать территории, которые находились под оккупацией. И не просто под оккупацией. Возвращение азербайджанцев в Карабах – это очень показательный пример, как осваивать территории. То есть, смотрите, с политической точки зрения мы показываем, что у нас есть силы, у нас есть возможности, чтобы осваивать свою родную землю и показать это всему мировому сообществу. С культурной точки зрения, возвращение в Шушу, возвращение в Карабах – это действительно очень важный нюанс. Это столица нашего мугама, это наша культура, это наши корни. А с социальной точки зрения понятно, что беженцы, которые на протяжении 30 лет не могли дотронуться даже до могил своих предков, сейчас уже возвращаются. С экономической точки зрения это очень интересный вопрос. Если изначальный экономический потенциал помогал Азербайджану осваивать земли Карабаха, мы построили уже два аэропорта в Карабахе, восстанавливаются города, целые города, а инфраструктура восстанавливается. Это благодаря экономическому потенциалу и развитию Азербайджана. Но с другой стороны, возвращение наших соотечественников
в Карабах, и развитие Карабахского региона является триггером для экономического развития всей страны. И я уже отметил технологические вопросы. Да. Технологические вопросы, одно слово «умный город» – это уже показатель на всемирном, на мировом уровне, в каком направлении движется Азербайджан. Технологические вопросы – это в первую очередь инжиниринг, это так называемые BIM-технологии, технологии цифрового моделирования, которые внедряются на территории Карабахского региона и которые, в свою очередь, после внедрения в Карабахском регионе будут распространяться на строительную отрасль всего Азербайджана. Это не просто строительство каких-то красивых домиков или же домов. Это продуманная стратегия освоения территорий и застройки, новые принципы градостроения. Это новые подходы к строительству, это новые современные подходы к моделированию строительства, в том числе дизайн в строительстве, сами строительные работы, эксплуатация сооружений. И, наконец, когда мы говорим о таком как бы технологическом взрыве в Азербайджане, в конечном итоге мы думаем о будущем, каким образом эти строения в будущем, через 50, через 100 лет, будут реконструироваться. Эти все вопросы как раз связаны с тем, что у нас взрыв сегодня образовательных программ. Университет в Карабахе создан. У нас в университете созданы новые специальности, такие как новые принципы устойчивого градостроения. Планирование градостроения на сегодняшний день является одним из основных. Я вам приведу один очень интересный пример. Недавно у меня была встреча с одним сообществом, и они жаловались, что каким образом, почему нас не пропускают в Карабах, почему не дают возможность самим осваивать какой-то поселок, наш родной, нашу деревню. И тогда у меня возникал вопрос, а что нового вы можете привнести? Разговор ведь идет не просто об инфраструктуре или строительстве домов, дорог и так далее. Весь вопрос в том, что каким образом это сообщество там будет находиться и жить. Для этого нужны вопросы экономического развития, для этого необходимы вопросы развития малого и среднего бизнеса, экономические проекты, коммерческие проекты. Это все настолько взаимосвязано, что наши гости, наши друзья, которые посещают сегодня Карабах и знакомятся со стратегией великого возвращения Азербайджана, азербайджанцев в Карабах, они действительно аплодируют Азербайджану за то, каким образом, как быстро мы осваиваем нашу родину, которая на протяжении 30 лет была под оккупацией, и насколько эффективно мы это делаем. Многие страны к нам уже обращаются на сегодняшний день для обмена опытом. При этом этот опыт не только в новом градостроении, они пробуют на сегодняшний день перенимать азербайджанский опыт для внедрения его в существующие поселки, города, для того, чтобы применить там современные принципы градостроения. Это разговор, который может продлиться часами, о котором мы можем говорить часами. Но то, что Азербайджан сделал на протяжении после 44-дневной войны, и то, что мы продолжаем делать после 23-часовой операции антитеррористической, это действительно показатель того, насколько руководство страны отнеслось
очень стратегически, очень выверенно и подошло к этой стратегии не просто с точки зрения переселения населения в какую-то точку в стране, но и подошло к этому действительно стратегически, и жизнь показывает, насколько это эффективно. И это показывает не только нам самим, это показывает и нашим так называемым друзьям. И они тоже на сегодняшний день восхищаются нашими результатами и восхищаются тем, с какой планомерностью эта программа реализуется. Спасибо большое, Шима. Спасибо большое за этот краткий экскурс и ваши ответы. Я напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был профессор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Ильшан Курбанов. До свидания. Спасибо вам. Накануне между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой состоялся телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в различных сферах, в том числе транспортной, энергетической и гуманитарной областях. Было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной. Отмечалось, что отношения между двумя странами и народами опираются на исторические связи и развиваются на основе норм и принципов международного права, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности. Глава МИД Украины подчеркнул значение гуманитарной помощи, которую Азербайджан оказывает Украине, и выразил признательность за поддержку. Вашингтон по-прежнему не сомневается в возможности Баку и Еревана достичь мира. С таким заявлением выступил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Видант Патель. Представитель ведомства заверил, что США продолжат поддерживать Азербайджан и Армению на пути к миру. В то же время Патель признал, что не обладает данными о том, как протекают азербайджано-армянские переговоры. Мы продолжаем верить, что мир возможен. Это то, чем госсекретарь Блинкен и другие продолжают активно заниматься. У меня нет никакой информации о ходе переговоров между сторонами. Но мы продолжим поддерживать этот процесс. Это вопрос, которому мы продолжаем уделять пристальное внимание. На прошлой неделе в казахстанском городе Алматы состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. По итогам двухдневной встречи стороны заявили о прогрессе в переговорном процессе. Начался судебный процесс по уголовному делу о коррупции в отношении американского сенатора Роберта Менендеса, известного своей дружбой с армянским лобби. Ранее прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула сенатору обвинение во взяточничестве, вымогательстве, в препятствовании исполнения закона и в действиях в качестве иностранного агента. Роберт Менендес наконец предстал перед судом. 13 мая стартовал судебный процесс в отношении проармянского сенатора, известного своими провокационными заявлениями в адрес Азербайджана. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинение в адрес Роберта, из которого следует, что тот, используя свою власть и влияние, занимался лоббированием интересов Египта для собственного обогащения. В качестве председателя Сенатского комитета по международным отношениям Менендес незаконно заключал выгодные деловые сделки для нескольких партнеров с правительствами Египта и Катара. Прокуратура утверждает, что найденный во время рейда летом 2022 года в доме Роберта 13 золотых слитков и более 480 тысяч долларов наличными являются вещественными доказательствами участия сенатора в коррупционных схемах. Обвинения также затронули супругу сенатора, известную армянскую активистку Надин Арсланян. Пару обвиняют в тщательно разработанной коррупционной схеме, которой они пользовались на протяжении нескольких лет. Однако Арсланян будут судить отдельно. Слушание ее дела назначено на июль. Менендесу предъявляют очень серьезное обвинение. Это второй суд по его коррупции. Первый был в 2017 году. На сей раз были найдены очень серьезные улики, золотые свитки, несколько сот тысяч долларов, шикарный автомобиль «Мерседес», подаренный его жене Надин. И суд предстоит очень серьезный. Менендесу ставится в вину, что он защищал интересы иностранных правительств, это Египет и Катар, не будучи зарегистрированным в качестве агента, иноагента, и
получал от них взятки. Несмотря на то, что судебное разбирательство бросили тень на и так испорченную репутацию Роберта Менендеса, старший сенатор от штата Нью-Джерси не собирается подавать в отставку. В случае, если его оправдают, он планирует баллотироваться в ноябре 2024 года на четвертый срок в качестве кандидата. Этот суд привлек внимание и со стороны демократов, и со стороны республиканцев. Однопартийцы призывают Менендеса освободить свой пост и уступить дорогу на сенатское место более достойному кандидату. Шансы Менендеса на сей раз невелики. Хотя он заявляет о своей невиновности и заявляет о том, что он отстоит свое честное имя, и более того, он планирует оставаться в политике. Я думаю, что его не посадили, это маловероятно, что посадили сенатора, тем более из демократической партии. Но это все равно дело не очень хорошо для репутации партии, поэтому я думаю, они хотят быстрее решить этот вопрос и решить это, чтобы он покорнее стало. Ну, чтобы он пошел на пенсию, например. И там будет уже другой демократ, другой член демпартии будет занимать его место. Штат Нью-Джерси полностью под контролем демократической партии, потому они абсолютно там будет еще свой человек, их человек на пост этого, вместо Менендеса. Помимо скандальной репутации, Роберт Менендес также известен своей проармянской позицией. Последние 20 лет сенатор из Нью-Джерси активно принимал участие в мероприятиях армянской диаспоры в США, проводил митинги в поддержку сепаратистского режима в Карабахе, а также продвигал антиазербайджанские резолюции в Сенате. Боб Менендес действовал в интересах армянского лобби и с 1995 года входил в так называемую группу по армянским делам Конгресса США. Он блокировал резолюцию, разрешающую продажу США вертолетов Азербайджану, а также активно выступал за признание и осуждение так называемого геноцида армян. Впрочем, свою нелюбовь к Азербайджану и Турции он не скрывал никак. А вот незаконное обогащение с помощью своих армянских друзей Менендес пытался отрицать, но правда все равно всплыла. Сенатор Менендес, он открыто выступает против Азербайджана, и он открыто говорит, что он защитник Армении. Можно, это несложно догадаться, почему. У него жена армянка, армянское происхождение. Поэтому здесь абсолютно ничего не удивительного. Как отмечает издание «Политика», сейчас, несмотря на многочисленные улики, исход следствия также не очевиден. Обвинению предстоит доказать связь между получением взяток и попытками Менендеса оказать политическое влияние в интересах подкупавших его лиц. Учитывая предвыборную кампанию в США, вполне возможно, что Менендеса могут попросить уйти в тень, чтобы не раскачивать лодку демократов до ноября 2024 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Украину. Глава Госдепа запланировал встречи с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Украины. Примечательно, что визит проходит на фоне продвижения российских войск в Харьков и обстрелов украинских городов на севере страны. Ну а подробнее в следующем сюжете. США хотят продемонстрировать солидарность с Украиной, которая изо всех сил пытается отразить российские атаки на северо-восточной границе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ранее необъявленную поездку в Киев. Блинкен, прибывший в украинскую столицу рано утром, надеется послать мощный сигнал уверенности украинцам, которые, очевидно, переживают очень трудный период. Визит проходит на фоне активного наступления российских войск на Харьков. Москва уже предпринимала попытки взять город 2 года назад. В первые дни войны. По информации Генерального штаба ВСУ, российские силы имеют тактический успех в боях за пограничный город Волчанск в Харьковском направлении, из которого уже началась эвакуация мирных жителей. А за последние дни Минобороны России сообщало, что их подразделения заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области на границе с Россией. Бои идут в 500 метрах от моего дома. Река Вовча протекает рядом с моим домом, русские находятся на другой стороне. Украинские танки въезжают, стреляют с другой стороны и выезжают. С другой стороны все время раздаются крики. Возможно, слышно, как людей берут в плен. Я не знаю. Раздаются какие-то военные приказы. Все время стреляют. Снаряды летят постоянно, днем и ночью. Мы помогли гражданскому лицу. Его привезли из Волчанска. Он выходил из своего дома, попытался закрыть двери, но российский солдат выстрелил в дверь, и мужчине прострелили руку. Пальцы были ампутированы.
Были небольшие российские группы, которые пытались проникнуть на территорию и улицы города, но вооруженные силы Украины отразили эту попытку. Сейчас город полностью находится под контролем ВСУ. Несколькими часами ранее эвакуацию жителей также объявили в двух населенных пунктах в Сумской области. В областной военной администрации уточнили, что эвакуация добровольная и перемещение жителей проходит из-за приближения российской армии и участившихся обстрелов в регионе. Ранее стало известно о повреждениях инфраструктуры в результате взрыва в городе Сумы. Официальный ресурс местных властей сообщил, что был нанесен ракетный удар, в результате чего повреждена инфраструктура пригорода областного центра. Эллада Мамедова, CBC. Соединенные Штаты в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета помощи для Украины. Об этом накануне заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга во время прямой трансляции. Американский дипломат отметил, что о таком шаге будет объявлено уже в ближайшее время. По его словам, Киеву не следует ожидать военных поставок каждую неделю, и Украина на этой неделе получит только часть оружия из нового пакета военной помощи Белого дома. Остальная его часть находится в пути. Две-три недели назад президент подписал контракт на поставку вооружений стоимостью в 1 миллиард долларов. Часть этого оборудования уже находится на поле боя. Добавлю, что у нас будет еще один пакет в ближайшие дни, потому что мы пытаемся действительно ускорить темпы поставок оружия. Осознавая, что из-за задержки поставок Украина оказалась в опасной ситуации, и мы пытаемся вывести ее оттуда как можно быстрее. Ранее в Белом доме сообщили о выделении пакета военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для комплексов «Патриот» и «Насамс», зенитные ракеты «Стингер», противорадиолокационные ракеты. При этом Госдеп одобрил продажу Киеву трех высокомобильных артиллерийских ракетных систем «Хаймарс», общая стоимость которых составляет 30 миллионов долларов. Парламент Грузии на сегодняшнем пленарном заседании в третьем и окончательном чтении примет закон об иноагентах. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кабахидзе. По его словам, таким образом будет положен конец так называемой поляризации, навязанной извне. Однако протесты в Грузии не утихают. Граждане продолжают скапливаться у здания парламента на центральной улице Тбилиси. Продолжается также и масштабная забастовка студентов вузов из различных регионов страны, которые не намерены посещать занятия, пока законопроект не будет отозван. Тысячи протестующих накануне вновь собрались у здания парламента Грузии. Участники акции протеста уверены, что правящая партия «Грузинская мечта» добьется принятия закона об иноагентах. Однако они угрожают тем, что продолжат демонстрации даже после поддержания парламентом страны законопроекта. Очень важно увидеть какие-то решительные меры со стороны Запада, Европы, США, наших партнеров, наших традиционных друзей за рубежом, потому что очевидно, что существуют подавляющие доказательства протеста внутри этого общества. Но, конечно, в полудемократическом, полуавторитарном государстве инструменты, которыми располагает общество, ограничены. Я почти уверен, что они примут этот закон. Они сделают то, что хотят. И мы будем продолжать наши протесты до тех пор, пока сможем. Мы продолжим наш протест до выборов. Продолжаются и масштабные акции протеста студентов из более чем 30 университетов. В социальных сетях публикуются все больше фотографий пустых аудиторий. К демонстрациям присоединились даже преподаватели и профессора. Мы хотим сказать, что мы не согласны с этим законом, против этой борьбы. Это нехорошо для нашего европейского будущего, которое является нашей мечтой. И это все, что мы хотим сказать по этому поводу. В этом году мы заканчиваем учебу и хотим сказать, что мы хотим европейское будущее, а не пророссийское. Спор по поводу законопроекта стал рассматриваться как вопрос о том, продолжит ли Грузия, у которой традиционно теплые отношения с Западом, стремление к членству в Европейском Союзе и НАТО, или вместо этого будет налаживать связи с Россией. Евросоюз, который предоставил Грузии статус кандидата в декабре, неоднократно заявлял, что законопроект может поставить под угрозу дальнейшую интеграцию Тбилиси с блоком. Недовольные принятием данного законопроекта в США, группа членов Палаты представителей Конгресса США от обеих партий готова добиваться пересмотра политики Вашингтона в отношении Тбилиси и введения санкций за принятие в Грузии закона об иноагентах. Об этом говорится в письме премьер-министру Грузии Ираклию Кабахидзе, которое подтверждает,
подписали 29 американских законодателей. Отмечается, что указанный законопроект направлен против воли грузинского народа, который желает будущего на Западе. Конгрессмены полагают, что документ предусматривает меры, схожие с теми, которые ранее были приняты в России и ряде стран постсоветского пространства. Говоря о возможных санкциях Вашингтона, отмечается, что речь идет о расширении запретов на выдачу виз в Штаты и финансовых ограничениях в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократического развития Грузии. Между тем, основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом Брайаном. Об этом сообщил премьер Ираклий Кабахидзе. При этом он отметил, что Иванишвили санкции не пугают, и он считает их несерьезными. Сарвиназ Гаджалиева, CBC. Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац считает, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш должен подать в отставку из-за фальшивых данных о числе погибших в секторе Газа женщин и детей. Об этом он написал в своей социальной сети X. В пресс-службе МИД Израиля пояснили, что 6 мая ООН опубликовала данные, свидетельствующие о том, что в секторе Газа были убиты 34 735 человек, в том числе более 9,5 тысяч женщин и более 14,5 тысяч детей. А 8 мая ООН опубликовала данные, показывающие, что были убиты 34 844 человека. Как отметили в ведомстве, Всемирная организация не публиковала никаких пресс-релизов или заявлений по поводу изменения оценки числа погибших женщин и детей. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Израиля Орен Марванштейн указал, что Израиль неоднократно заявлял, что цифры, исходящие из сектора Газа, которые повторяют различные агентства ООН, сфальсифицированы террористической организацией «Хамас». ООН снизила свою оценку числа женщин и детей, убитых в секторе Газа, на 50% и утверждает, что опирается на данные Министерства здравоохранения Хамас. Любой, кто полагается на фальшивые данные террористической организации с целью распространения кровавых наветов на Израиль, является антисемитом и поддерживает терроризм. Гутерреш, уходите в отставку. Ну а новости продолжит Медина Курбанова, которая представит новости экономики. Расширение возможностей сотрудничества и укрепление существующих взаимоотношений обсудили председатель Национального банка Кыргызстана Кубанычбек Бекантаев, прибывший с рабочим визитом в Баку, и председатель Центробанка Азербайджана Талех Казимов. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Стороны выразили уверенность в том, что документ будет способствовать дальнейшему укреплению связи между учреждениями. В рамках визита делегация из Кыргызстана ознакомилась с деятельностью различных структурных подразделений Азербайджанского Центробанка с целью обмена опытом. За первые 4 месяца текущего года Азербайджан увеличил экспорт газа на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Первиш Ахбазов. Согласно официальным данным, за указанный период по трубопроводу ТАНАП в Турцию поставлено 1 миллиард 800 миллионов кубометров газа. При этом добыча газа в Азербайджане составила 16 миллиардов 700 миллионов кубометров. Это на полмиллиарда кубометров больше, чем годом ранее. Около 8,5 миллиарда кубометров из этого объема было отправлено на экспорт, подчеркнул Первиш Ахбазов. Кроме того, за отчетный период добыча нефти и конденсата в Азербайджане составила 9 миллионов 600 тысяч тонн. Экспорт жидких углеводородов составил почти 8 миллионов тонн. Расширение трансадриатического газопровода может способствовать достижению целей Европейского союза по декарбонизации. Об этом заявил руководитель отдела внешних связей управляющей компанией ETAP AG Вюгар Вейсалов на Белградском энергетическом форуме. Он также подчеркнул важную роль этого трубопровода в обеспечении поставок энергоносителей в Европу.
ТАП превратился в важнейшую энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую доставку в Евросоюз газа из нового источника и по альтернативному маршруту в период серьезных проблем с энергоснабжением. В то время как Европа осуществляет переход к низкоуглеродному будущему, сохранение альтернативного, безопасного, надежного и доступного снабжения энергоносителями является обязательным для сохранения конкурентоспособности. На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии важных инфраструктурных объектов на освобожденных территориях. Наша съемочная группа отправилась в Карабах, чтобы ознакомиться с этими проектами. Подробности узнаем у моей коллеги Нармины Хамбабаевой. Здравствуй, Нармина. Тебе слово. Здравствуй, Медина. Наша съемочная группа сейчас находится в Физулинском районе. Как видите, сзади меня находится первый туннель, который в ходе своей недавней поездки в Физули Ильхам Алиев принял участие в открытии этого туннеля, который построен на автодороге Ахмедбейли Физули Шуша. Отмечу, что эта автодорога является одним из проектов дорожной инфраструктуры Карабаха, который будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий. Автодорога сама была заложена в январе 2021 года и начинается от автомагистрали Агбент-Городис, Зангизурский коридор и пролегает через территории освобожденных Физулинского, Ходжалинского, Ходжабенского и Шушинского районов. Протяженность существующей дороги составляет 101 километр, а новой дороги почти 82 километра. Также отмечу, что восстановление дорожной инфраструктуры в целом освобожденных территорий по поручению президента Ильхама Алиева является приоритетной задачей. Строительство автомобильных железных дорог, международных аэропортов имеет ключевое значение для региона. Хотелось бы отметить, что вдоль дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша строится 104 водоотводные трубы, 38 подземных переходов, 11 тоннелей, 7 мостов, 7 тоннелей, 11 мостов и 9 виадуков. Кроме того, отмечу, что транспортный вектор возрождения Карабаха не ограничивается лишь строительством дорог. В 2021 и 2022 году здесь были в Карабахе введены в строй Физулинский и Зангиланский международные аэропорты, а в настоящее время продолжается строительство воздушной гавани в Лачине, и ожидается, что международный аэропорт Лачина станет новым центром международных перевозок на освобожденных территориях. Также хотелось отметить, что на освобожденных территориях в общей сложности реализуются проекты по строительству дорог протяженностью более 2000 километров, и при этом ожидается, что 80-90% из них, этих проектов реализуемых, здесь будут завершены к концу 2024 и к середине 2025 года. Между тем, наша съемочная группа также побывала на водохранилище Кенделянчай, которая была также в открытии которого также президент Ильхам Алиев участвовал. Одним из важнейших водохранилищ, которые находятся на территории Физулинского района, является Ашага Кенделянчай, которое было введено в строй в 1980 году и находится на реке Гуручай. Оно обеспечивает водными ресурсами 6300 гектаров земли, и этот гидроузел, пропускная способность гидроузла 20 кубометров в секунду. Между тем, Ашага Кенделянчай как раз-таки питают еще два водохранилища, Кенделянчай-1 и Кенделянчай-2. Вместимость Кенделянчай-1, водохранилище которого было введено в эксплуатацию в 1951 году, составляет почти 4 миллиона кубометров, а Кенделянчай-2, которое было введено в эксплуатацию в 1962 году, более 2 миллионов кубометров. Пока что к этому часу у меня все. Подробнее про ход восстановительных работ на освобожденных территориях мы расскажем в следующих выпусках. Медина. Спасибо. Ну что ж, будем ждать. На прямой связи со студией была Нармина Хамбабаева. Она рассказала о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях. А мы продолжаем. Партнерство между Азербайджаном и Латвией в аграрной и агропромышленной отрасли обещает новые возможности для обеих стран. Большое внимание стороны уделяют увеличению экспорта азербайджанских товаров в Латвию и другие страны Евросоюза, а также внедрению передовых технологий для модернизации сельскохозяйственного сектора Азербайджана.
Азербайджан и Латвия обозначили новые многообещающие направления сотрудничества, в том числе в мясомолочной и сельхозпродукции. На бизнес-форуме, который прошел с участием предпринимателей двух стран, подчеркнут потенциал расширения торгово-экономических отношений, включая импортно-экспортные связи, привлечение инвестиций и обмен передовым опытом и технологиями. Как вы знаете, Латвия имеет большой опыт в мясомолочной продукции, сельхозпродукции. Будучи членом Евросоюза, Латвия экспортирует свои товары в другие страны объединения. Полагаем, здесь возможно углубление импортно-экспортных связей между нашими странами. В то же время Азербайджан может поставлять в Латвию промышленные товары, а также сельхозпродукцию и продукты переработки. Основная цель нашего торгового дома в Латвии, который функционирует с 2018 года, это именно продажа сельхозпродукции и продуктов питания. К примеру, со дня открытия в Латвию успешно экспортируют томаты. Полагаем, есть потенциал для расширения экспорта не только в Латвию, но и другие страны Прибалтики и Скандинавии. Один из ключевых моментов сотрудничества – это привлечение из Латвии ноу-хау в области сельского хозяйства. При активном участии «Азпрома» стороны рассматривают возможность совместных проектов с партнерами в Азербайджане. Эта инициатива поможет модернизации сельскохозяйственного сектора в стране, а также повысит производственную эффективность и конкурентоспособность на мировых рынках азербайджанской продукции. С точки зрения инвестиций, в Азербайджане зарегистрировано 70 латвийских компаний. Из них 50 компаний активно работают на рынке. Мы хотим здесь обратить внимание больше на качество, а не на количество. Уровень инвестиций не настолько велик. Мы можем привлечь ноу-хау из Латвии в области сельского хозяйства с местными партнерами при участии «Азпрома». И мы рассматриваем участие латвийских компаний в подобных проектах. И эта платформа будет очень полезной. Обсуждается возможность и экспорта продуктов переработки из Азербайджана в Латвию, другие страны Прибалтики с дальнейшим выходом на рынки Скандинавии. Обсуждение сфокусировалось на том, какие конкретно продукты могут быть экспортированы, а также на процессе сертификации азербайджанской продукции для продаж в Европе. Применение инноваций Латвии может стимулировать экспорт мясомолочной продукции из Азербайджана. Пекинский саммит по содействию торговле и инвестициям стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики и торговли. Его участники готовы к совместным усилиям ради устойчивого развития и восстановления после глобальных вызовов. Представители различных стран и бизнес-ассоциаций обсуждают возможности формирования стабильных цепочек поставок и развития зеленой экономики. Предпринять согласованные усилия для скорейшего восстановления мировой экономики призывают крупный бизнес, эксперты со всего мира. Данной теме уделено много внимания на открывшемся в Пекине третьем глобальном саммите по содействию торговле и инвестициям. В этом году акцент сделан на цепочках поставок. Саммит собрал более 300 участников со всего мира. Это руководители торговых палат разных стран, главы бизнес-ассоциаций, топ-менеджеры ведущих компаний. В Пекине они обсуждают пути решения глобальных проблем, новые точки роста для международного торгового сотрудничества и реформирование системы глобального экономического управления. Китай готов делиться возможностями развития с мировым сообществом. Мы приглашаем представителей бизнес-кругов все большего числа стран к совместной работе, чтобы вместе выстраивать стабильные глобальные производственные цепочки и цепочки поставок, и чтобы каждый мог полноценно участвовать в дальнейшем развитии зеленой экономики. Так, несмотря на глобальную неопределенность, Китай продолжает сотрудничать с международным сообществом. Главные цели – укрепить открытость обмена, содействовать свободной торговле и стимулировать экономический рост для цифрового и экологически чистого развития. Торговый саммит в Пекине включает также форумы, где обсуждают тему упорядоченных цепочек поставок, стабильных отношений между США и Китаем, безопасное развитие индустрии искусственного интеллекта и другие актуальные вопросы. Китай тесно встроен в глобальную производственную цепочку поставок, придавая мировой экономике множество новых импульсов. И вместе с тем Китай является еще и очень большим рынком, обеспечивая 18% глобального ВВП. Следовательно, КНР занимает очень важное положение, имея влияние на цепочки производства и на мировой рынок. Также на саммите была выдвинута пекинская инициатива. Документ призывает создать многостороннюю торговую систему, основанную на взаимной выгоде, обоюдном доверии, открытости и прозрачном деловом сотрудничестве.
В компании OpenAI заявили о выпуске новой модели искусственного интеллекта GPT-4o, способной вести реалистичный голосовой разговор и взаимодействовать через текст и изображение. Данная разработка – попытка OpenAI оставаться впереди в гонке за мировое доминирование в новых технологиях, где все сильнее растет конкуренция, сообщает Reuters. Новые возможности позволяют людям разговаривать с нейросетью и получать ответы в режиме реального времени, а также прерывать чат GPT во время разговора. Это два признака реалистичных разговоров, которые голосовые помощники с искусственным интеллектом ранее сочли слишком сложными. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман в своем блоге признался, что это похоже на искусственный интеллект из фильмов, и теперь разговор с компьютером выглядит по-настоящему естественно. Исследователи в прямом эфире продемонстрировали новые возможности голосового помощника. Нейросеть вместе с человеком решала математическое уравнение на листе бумаги, а также сделала языковой перевод. Ожидается, что новая модель будет доступна в течение следующих нескольких недель. В сельскохозяйственной отрасли Польши сохраняются проблемы. Фермеры недовольны падением доходов из-за экологических ограничений Евросоюза и конкуренции с импортируемой агропродукцией. Польша отменила переговоры с Украиной по экспорту зерна. По данным СМИ, Варшава обвинила Киев в коррупции. В Украине опровергли это заявление, отметив, что переговоры перенесли до момента, пока не будет назначен новый министр аграрной политики страны. Тем временем протесты польских аграриев, недовольных падением доходов, распространились от границы до парламента страны. Здесь голодовку из-за зеленого соглашения Евросоюза проводят 5 польских фермеров. По их словам, экологические нормы ЕС вытесняют их из бизнеса. Протестующие требуют встречи с премьер-министром Дональдом Туском. А на прошлой неделе группа из 14 фермеров оккупировала парламент Польши. Мы здесь, в Сейме, бастуем против политики, в первую очередь Европейского Союза и линии наших польских законодателей фермерского происхождения, которые имеют право заниматься нашими делами. Но эти проблемы становятся все хуже. Скоро урожай. Мы не знаем, по каким ценам мы его все продадим. Мы здесь четверга, а сегодня начали голодовку. Мы хотели бы встретиться с Дональдом Туском, чтобы изложить ему наши требования. Мы хотим посмотреть, как он на них отреагирует. Зеленый курс применяется ко многим отраслям и сильно влияет на сельское хозяйство. Много правил, которые отражаются на нашей прибыльности и цене продукции. Помимо экологических ограничений, предприниматели Евросоюза, в том числе из Польши, в последние месяцы выступали против импорта дешевых продуктов питания из Украины. И поскольку назначенные с Киевом переговоры отложены, данный вопрос пока можно считать нерешенным. Я в долгах. Я думал, что цена будет подходящей, и я продам товар с какой-то минимальной прибылью. Именно сейчас мне пришлось влезть в долги, чтобы посадить новые культуры. Во-первых, нет никакой перспективы получения прибыли. Во-вторых, опустошить мои склады не так-то просто, из-за того, что желающих купить наше зерно нет, потому что пшеница поступает из-за границы. От Евросоюза фермеры уже добились уступок по поводу зеленого соглашения, а правительство Польши ранее пообещало выплатить субсидии аграриям на 529 миллионов долларов. Таким образом, власти пытаются компенсировать низкие цены на зерно. Но предприниматели считают, что этого недостаточно. Дальнейшее развитие событий, возможно, зависит от будущих переговоров Киева и Варшавы. Самира Рзаева, CBC. Это были самые актуальные новости экономики к этому часу. Руфат. Спасибо, Медина. Медина Курбанова представила новости экономики. Ну и в продолжение выпуска 36 человек были задержаны в ходе протестов в Новой Каледонии, передают французские СМИ. В понедельник в столице Нумея начались протесты против принятия поправки в Конституции Новой Каледонии, позволяющей большому количеству жителей Франции участвовать в выборных протестах бывшей колонии. Протестующие называют этот закон попыткой Франции лишить Новую Каледонию независимости. Власти Новой Каледонии мобилизовали вооруженные силы для борьбы с многочисленными протестующими. СМИ сообщают о 36 задержанных и 30 пострадавших полицейских. Протесты в столице начались в преддверии дебатов Национальной ассамблеи Франции по изменениям в Конституцию Новой Каледонии. Принятая поправка позволит большему числу жителей Франции принять участие в выборах в Новой Каледонии, которые, как считают сторонники независимости, ослабят позиции коренных канаков. Сегодня мы собрались здесь, чтобы развернуть плакаты с надписью «Нет расширению электората».
Новый закон усиливает напряженность между лоялистами и сторонниками независимости на архипелаге, охваченном глубоким экономическим кризисом из-за неэффективного управления и репрессий. Мы хотим, чтобы государство прислушалось к нам, чтобы они поняли, что мы не согласны с этим. Мы не согласны с этим законом, с текстом, который они там изложили. Каждый, любое общество может принять участие в протестах. Мы пригласили все этнические группы, всех, кого затронул этот вопрос. Согласно Нумейскому соглашению от 1998 года, для провозглашения независимости Новая Каледония должна была провести 3 референдума. 12 декабря 2021 года прошел последний из них. Но в связи со сложной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, коренные жители не смогли добиться справедливого итога голосования. Борьба за независимость продолжилась, и ее сторонники даже заручились поддержкой международных организаций, одной из которых является Бакинская инициативная группа, созданная Азербайджаном для борьбы с неоколониализмом. Абухай Джафарова, CBC. Ну, это были все актуальные новости к этому часу. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC FM. До скорой встречи.